Величайшего человека в мире? Это нехорошо. 100-тысячные русские и 100-тысячные французские войска сошлись драться. Факт в том, что эти 200 тысяч дерутся. Да будет злее драться и себя меньше жалеть. Тот победит. Я влюблен, мой друг. Ну что, мама, ради бога, ничего не спрашивайте. Наташу Ростову, да? Да, да, в кого же? Никогда бы не поверил, но это чувство сильнее меня. Я не жил прежде, теперь только я живу. Но я не могу жить без нее. Я не считаю еще игру проигранной. Единое средство к спасению священной столицы — атаковать противника. Французы разорили мой дом. Идут разорить Москву. Оскорбили, оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои. Они преступники все. По моим понятиям, и так же думает Тимохин и вся армия. Их казнить. Правят чужие дома, убивают моих детей, моего отца, и говорят о правилах войны, о великодушии врагам. Убрать пленных, а убивать и идти на смерть. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни. И надо понимать это, не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту нашу необходимость. Все в этом. Кинуть ложь, и война как война, а не игрушка. Отпусти меня, солдат. Поймали меня. Заперли меня. Держи.